станции МЦД-1 в Одинцовой и Немчиновке оборудуют парковками и велодорожками. Также в рамках благоустройства сделают подсветку тротуаров, установят пандусы для маломобильных граждан и проведут озеленение. Запуск первой линии московских центральных диаметров запланирован на конец текущего года, начало следующего. Она свяжет города Одинцово и Лобня. Курсировать по МЦД-1 будут новейшие поезда «Иволга», развивающие скорость до 120 км в час.